Всем привет! Добро пожаловать на канал Excel, и в этом видеоролике я буду вам демонстрировать, где находится фон экрана блокировки перед тем, как вы заходите в Windows 10. Я имею в виду фон, который отображается вот здесь. Это экран блокировки Windows Интересный. Обычно он называется именно так. Картинки там часто меняются. Их там достаточно много, и вы видите сейчас у меня на рабочем столе одну из них. Я покажу, где они именно находятся в папке моего компьютера. В общем, запускаем этот компьютер, после чего заходим в диск C. И самое главное, не забудьте здесь нажать на вид, и чтобы у вас отображались скрытые элементы. Здесь должна стоять галочка. Потом заходите в папку пользователя. Здесь будет админ или ваше имя пользователя. После чего вы заходите в папку appdata, которая является скрытой. Поэтому я и говорил включить здесь скрытые элементы, чтобы отображало. Далее заходите, в общем, в эту папку. После чего папка local. Далее ищите папку packages. Запускаете еще следующую папку Microsoft Windows Content Delivery Manager. И вот это вот название. В общем, запускайте эту папку. Следующий путь local state. Потом Assets и вот эти файлы. Вы должны их скопировать. Для того, чтобы выделить все файлы, нажимаем Ctrl-A, после чего Ctrl-C. Это я выбрал все файлы и скопировал. Далее можно их скопировать в удобное вам место. Я это сделаю на рабочем столе. Я создам папку и назову ее Windows Интересный. Итак, папка создана. Мы сюда вставляем все эти файлы. Их потом нужно все переименовать по очереди. Я когда это сделаю, я вам покажу. И удалю те, которые не нужны. Потому что там в этой папке, которую, откуда мы копировали, там также хранятся все файлы подкалчики. То есть значок Explorer, то есть Microsoft Edge. Потом значок поиска и так далее. Все эти дополнительные значки и некоторые файлы могут быть неактивны. Я их поудаляю, а далее я покажу вам результат всего этого. Единственное, что я забыл добавить, это вам нужно переименовывать файл и добавлять в конце .jpg, либо .png. Это два формата фотографий, которые будут отображаться. И после чего вы можете это проверить, запустив, и оно будет у вас отображаться. Итак, я все файлы переименовал в формат JPG. И часть пришлось, конечно, удалить, потому что там были значки Windows, поиска и так далее. Там значок Microsoft Edge. В общем, вы сами поймете, если будете это делать. В общем, запускаем фотографии, они будут в двух вариантах. Одна будет показываться на монитор, а другая для экрана телефона подойдет. Ну вот, в таком вот уменьшенном варианте. Они должны вообще по факту дублироваться, поэтому вы будете видеть по два экземпляра одной и той же фотографии в разных размерах. Ну и на этом я буду уже заканчивать. Я вам показал, где находятся данные фотографии. У вас они, конечно, могут быть другие немного, так как вы могли пользоваться Windows 10 дольше меня. И на этом все-таки будем заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, если можете предложить мне что-либо еще найти или сделать за видеоролик. Всем спасибо за просмотр, всем пока.